Это уникальное средство очень быстро и эффективно в домашних условиях убирает потрескивание на пятках, убирает натоптыши и мозоли, делает кожу ступней мягкой, как у младенца. После всего лишь одной процедуры вы заметно улучшите состояние кожи на пятках и на ступнях. Делая всего лишь 1-2 раза в неделю это уникальное средство, нанося на ступни ног, вы заметно улучшите состояние ступней, избавитесь от натоптышей, мозолей и трещин на пятках. Это средство можно хранить в холодильнике в закрытом виде до 5 дней. Я уверена, что этот способ ухода за ногами, за ступнями станет вашим любимым. Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана, и сегодня вы узнаете, как в домашних условиях сделать пяточки ног гладкими, как у младенца. Кожа ступней после всего лишь одной этой процедуры сделается очень гладкой, уйдут шелушения, уйдут трещины, натоптыши и мозоли. Эффективнейшее и очень простое средство сегодня представляется вашему вниманию. Так что видео будет полезным, информативным, устраивайтесь поудобнее и всем приятного просмотра. И давайте приступим. Это обычная пищевая сода. Сода – это лучший очиститель для кожи. К тому же сода пищевая очень хорошо смягчает кожу и очищает, а также очень хорошо дезинфицирует кожу. Нам понадобится 1 столовая ложка обычной пищевой соды. И, мои дорогие, сразу предлагаю готовить и делать этот рецепт омолаживающей маски для ступней и пяток ног именно в той емкости, из которой вам будет удобно ей пользоваться и хранить в закрытом виде. Следующий ингредиент для этой уникальнейшей маски скраба очищения и лечения ступней и пяток нам понадобится морская соль. Лучше всего взять морскую соль очень мелкого помола. Если под рукой у вас нет морской соли, можно использовать обычную поваренную соль. Нужно взять также 1 столовую ложку морской соли. Соль также дезинфицирует, подлечивает, уплотняет кожу, заживляет мелкие трещины и ранки. Следующий ингредиент для этого уникального средства нам понадобится кофейная гуща. Лучше всего использовать кофейную гущу свежую. Нам понадобится также 1 столовая ложка кофейной гущи. Кстати, кофейную гущу можно заготовить заранее. Можно ее заморозить в морозильной камере и по мере необходимости использовать. Также кофейную гущу можно подсушить на открытом воздухе и также использовать для приготовления домашних скрабов, очищающих средств. Следующий ингредиент для приготовления этого уникального средства нам понадобится кокосовое масло. Лучше всего взять кокосовое масло твердое, чтобы в момент нанесения эта маска покрывала поверхность пяток, потрескавшихся, очень плотным слоем. Если у вас есть косметическое масло или оливковое, или подсолнечное масло, то кокосовое масло можно вполне заменить этими маслами. Также, если у вас нет под рукой и масел перечисленных, можно добавить в эту маску 1 столовую ложку топленого сливочного масла. Я добавляю 1 столовую ложку масла кокоса.
Следующий ингредиент для приготовления этого уникального средства нам понадобится шампунь, либо гель для душа. Я люблю использовать для этого уникального средства шампунь, который также будет давать смягчающий эффект и хорошо будет вспениваться. Нужно добавить 2 столовые ложки обычного шампуня для волос, либо геля для душа. После того, как очень тщательно взбили это уникальное средство, нужно дать ему настояться примерно 10 минут. Это средство лучше всего использовать после приема горячей ванны, либо горячего душа. Идеально это средство подходит для ухода в бане или в сауне. После того, как хорошо промыли ступни ног теплой водой и хорошо распарили ноги, нужно нанести это средство. Нужно обернуть это средство целлофановой пищевой пленкой и надеть теплые носочки. Держать это средство нужно не менее 20 минут. После истечения этого времени нужно снять носочки и целлофановую пленку и сделать легкий массаж скрабирования кожи ступней и пяток, особое внимание уделяя на места натоптышей, мозолей и трещин. Затем оставить это средство еще на 5 минут. Затем ополоснуть кожу ступней, ног нужно теплой водой и ополоснуть прохладной водой. После этого нанести либо масло косметическое домашнего приготовления, рецепт которого вы можете найти вверху, нажав на ссылочку, либо в первом закрепленном комментарии, либо очень жирный питательный крем. Лучше всего эту процедуру делать перед сном. Для достижения наилучшего результата делать эту процедуру нужно 2-3 раза в неделю. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами, для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения тела, лица, ног, волос в домашних условиях. Всем мира, добра и красоты! Увидимся завтра! Всем всего хорошего! С вами была Оксана. Всем пока-пока!